Да, здесь у нас тупичок. А как же нам попасть туда, если здесь у нас тупичок? А, я понял, с другой стороны. Так, что там внизу? Давайте еще. Да, я так и думал. И как там тяжко, я смотрю. Да ладно, опять лягушка, серьезно? Правильно, отбегает меня. Спасибо, капитан, я заметил, что там нет ветра. Мне кажется, или стоит сохраниться в данной ситуации? Где-нибудь тут. Нас, ну так, чисто на всякий случай. Вдруг я умру. Не дай бог, конечно. То есть, вдруг я умру, и вдруг у меня от этого не бомбанет. Давайте надеяться на лучшее. Так, стоп, здесь не... А, все, понял, понял. Нет, 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 ты мне нанес урон. Ты должен за это поплатиться. Твоя лягушка. Угу. Ох, ребят, я про вас все и забыл. Если честно, даже вообще ваше существование забыл. Что-то я немного не пугаю, куда... А! Ну, допустим. А дальше-то что? Мне надо как-то наверх попасть. Я знаю как. Я думал, это какой-то дополнительный ход, но, видимо, я ошибался. Это, походу, ни разу не дополнительный ход. Я могу камушки взять. Ну так это спор не меняет дело. Это максимально упрощает игру. Ну позядя. Ну позядя. Вот так вот. Новый фрагмент каменной карты. Отлично, господа. Отлично. Я считаю, что это успех. Ну что, давайте пройдемся до самого верха. Там наверняка тоже что-то интересное есть. Ой, дурак. Да нет, это Ори. Давай вот без таких глупостей. У нас так хп на нуле. Эх ты, глупая ворона. Мне просто интересно, что там наверху реально. А, там типа ничего вообще, да? Ясно, понятно. Давайте сейчас аккуратненько опять заберем. Так, что у нас там внизу?
Опять ты. А, лол. А почему мне раньше в голову не пришло использовать лягушку как пробивалку? Вот, например, в данном случае я именно это и мог сделать. Че, не, подожди. Можно все гораздо проще. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут с картой. Ох, ничего себе! Ой-ой-ой, это надолго. Это реально надолго. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это только восемь фрагментов. Одна новая способность. Несколько бафов. Ну, мне нравится, мне уже нравится. Я-то думал, мы уже потихоньку близимся к своему логическому финалу. Хах. Ай, да ну тебя. Я бы, если честно, сейчас вот взял кристаллик. Ой, а как мне туда попасть? А я что-то уже попадал. Да достал. Так, ну, я думаю, может сохраниться. Да потом. Выполню связь. Ага. Такие вообще простенькие, да? Блин, я ж тебя уже брал, фрагмент, алло. Так, все, больше нету. Так, ты у нас что делаешь, что падаешь? Ты здесь мне тупо не пройти. Да ну блин! Так, хорошо, здесь я пройти не могу, я понял. А где я тогда пройти могу? Парень, а может я как-то тебя могу к себе защитить? Нет, не могу. Окей. Тогда попробуй запустить падающего слизня в стену. А, я же... Точно, я же могу на него... Точно, ты гений. Красавчик. Я бы сам, конечно, до этого зашел, но... Я что-то сегодня пропил. Золотая голова сущий. Так, ну, до сюда, наверное, слизень меня тупо не дотянет. Ну, давай смотреть, что тут у нас дальше. Ага. Хорош. Так, ну, я думаю, это достойно сохранения. Упадет. Блин, серьезно? Ладно. Ну, лягуха, да лягух, ты чего? Да ты чего? Давай без фигни. Так, нет, даже пока ты отбежишь.
здоров и болей. И хпшка. Так, не, ну вот тут точно сохранился. Еще хпшка. Паучок. Паучок. А может и мне нужен паучок? Ладно, я потом. Сейчас, ребят, давайте буквально 2 минутки перерывчик. Мне кое-что посмотреть нужно. Какой секрет? Ну-ка, показывай. Там наверху, что ли? Так, слушай, секрет там был, а я немножко не знаю, как его добыть. А, нет, подожди, там секрета нет. Чего секрет-то, алё? А, все, вижу секрет. Так, вопрос. Как до него добраться? А, я знаю, как до него добраться. Кажется. Нет, стоп, я не знаю, как до него добраться. Блин, почти. Давай, давай. Все, все, стоп, все, успокоились, расслабились. И что дальше? Ясно. Пока этот секрет нам не даст. Я думаю, этот секрет нам будет доступен, когда мы заберем вот этот вот бонус, который наконец-то даст нам возможность уничтожать стенки. Так, нам нужен рычаг, я понял вас. Да ладно! Лягушка, тебе просто конец, ты понимаешь, что я тебя сейчас просто убью? Ага. А что у нас здесь? Ну я даже не знаю. Не, я пойду назад наверх. Сюда. Ой! Это мы запамятовали. Завораживает этот камушек. Зачем же он нужен, мне интересно? РТ, чтобы перемещать, либо Y, чтобы ударять. Так, я так и думал, в общем-то. Я знал.